Добрый день, наши дорогие подписчики канала «Сточка». Сегодня на календаре 24 ноября, и мы продолжаем знакомить вас с нашими лотами. И сегодня мы вам представляем лот «Socks and Tights for Women's Autumn Winter». Микс носков и колготок для женщин. Лот состоит из 43 единиц. И вес мешочка 3 килограмма. Страна Германия. Сезон демисезон. Но я хочу обратить сразу ваше внимание, что единицы, я считала, это одна упаковка. Но в упаковке может быть 2 пары, 3 пары, 6 пар. То есть для расчета стоимости это важно. И прошу вас обратить на это внимание. Здесь у меня выложены слитки, разложены слитки. Есть полуслитки разных цветов. Очень плотный полиамид такой, как капроном не назовешь, потому что тут ден много просто, не менее 50. Разноцветные они идут, видите, черные есть, с таким вот ремешком за пяточку цеплять. Есть полуслитки, гольфы разных размеров, он сайз от 35 до 42, колготки по 15 ден, размер 2XL, в упаковке 3 штуки. Вот такого плана колготки, размер S, также 3 штуки, тоже 15 ден. Вот такой план стоит, это начальница. И основные колготки, это, конечно, которые идут более теплые, от 50 ден. Вот смотрите, представлен, размер здесь будет L, черные и светлые колготки. Лосины, размер XS, 60 ден, очень плотные, темные колготки, размер M, тоже 60 ден. Еще одни гольфы 20 ден, еще гольфы темно-синего цвета, две пары в комплекте от 35 до 38, еще гольфы от 35 до 42, три пары в комплекте. Более облегченные колготки, размер 36-40. Ну, одеть с легким платьем на вечер. Сейчас скоро у нас грядет череда праздников новогодних. Вот такого плана колготки, размер S. Видите, такие работают на, как сказать, на формирование тела, то есть на утяжку такого телесного цвета. Чулки на кружевной такой основе и с силиконовой лентой для удержания чулка. Смотрите, видите, она такая очень плотная. Вот такого сетчатые плана колготочки, размер М. Такие колготки по 50 ден, облегченные, темного цвета. Две пары в комплекте. Такие черные с люрексом колготки, посмотрите. Тоже хорошие. Единственное, они без упаковки, но новые в хорошем состоянии. Не все попадаются колготки без упаковок. Это стоковые позиции, это возможно. Либо порвалась упаковка, либо просто утерялась. Вот такого плана черные колготки, темно-синие и более теплые. Посмотрите, зимние колготки темно-коричневого и темно- и черного цвета. Такое чувство, что они даже идут более такой шерстяной ниткой для тепла. И вот такие колготки, 50 ден, две пары, одни темно-синие, одни черные, размер L, размер S, такой графитовый цвет и черный цвет. Две пары черных, 50 ден, размер L. Две пары черных, размер S, 70 ден. Две пары черных, тоже 50 ден, размер L. Еще две пары, одна темно-коричневая, черная, размер XL, 70 ден. И вот такие вот с рисунком колготки в виде ромбиков таких. Размер колготок L и 60 ден. Они такого тоже графитового цвета. Теплые колготки для зимы. XL размер. Катон. Вот аналогичные, вот, которые были без упаковок. То есть в составе у них есть катон. Две пары черных размер M, 70 ден. И еще две пары черных колготок размер S. И ден здесь не указано, но в составе тоже есть катон. Они тоже очень плотные, очень теплые. Вот такого плана такой этот микс. У нас еще представлены другие лоты на сайте. Пожалуйста, обращайте на это внимание. И обращайте внимание на дату, когда лот вышел в YouTube и когда появился на сайте. Спасибо за внимание.